А где снег? А, точно. Друзья, всем привет! Вы на канале Географ на задании. Всех с Новым годом! 2 января мы выбрались погулять по Москве. Вот сейчас вот минут 30-40 искали парковочку, но тем не менее нам это удалось. И сейчас пойдем прогуляемся, наверное, к храму Христа Спасителя сходим. Потом сходим туда вот к Кремлю. К Кремлю. И, ну, в общем, будет видно. Смотрим. Вот наша припаркованная машинка, да, здесь, Саша? Идем? Идем. Так, боишься писать Валентин. Теперь Валентин Штрифонов. Ну, здесь. Это мой пал. А? Это не море, это всего лишь Москва-река. Автобусы City-Tour у нас ходят. Двухэтажный, да, двухэтажный автобус, да? Большой каменный мост. Кремль. Сейчас пойдем наверх. Поднимаемся по мостику. И сейчас по большому каменному мосту пойдем в сторону Кремля. Вон он сзади светится, кстати. А я иду гуляю. Или пройти вот через вот эти вот ворота, а сказали, прохода нет. Вот так, вот кордон. Через Александровский сад пройти нельзя. Вот здесь вот через рамочки идем. Сейчас будет проверяться еще. Так, мы прошли. Идем дальше. Вон туда, где все светится. Приближаемся мы по Александровскому саду, ближе, все ближе. Вот здесь вот прям сзади. Смотрите, какая елка красивая, и там много-много-много-много огней. Вот она какая нарядная. Ну, это лошадки. Да. Поход приду в центральный выставочный зал. Вот елка. Шарики, игрушки. Приближаемся мы по Александровскому саду. Ближе, все ближе. Вот здесь вот прям сзади. Смотрите, какая елка красивая. И там много-много-много-много огней. Вот она какая. Нарядная. Ну, это лошадки, как всегда. Поход приду в центральный выставочный зал. Вот елка. Шарики, игрушки. Смотрите, какая красота. Там шарик, елка. Побежали. Да, идем туда, где синие огоньки. Точно, планеты. Саша увидела планеты. Планеты, да?
А вот какие-то дворики с елочками. Вот планеты. В этом году где-то в Москве есть снег, но вот на этом технику очень нарабатывается. Сразу говорим, что недооценивает скольжение, это действительно тоже очень плотно. Руку дай сюда, дай руку. Неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но суматохи в ней не это елочка маленькая. А вот и паровозик у нас. Идем, руку. А что тут происходит? Дети пишут письмо Деду Морозу. А, пойдете писать письмо? Тут очередь, если что, предупреждаю. Ну, понятно. Я пойдешь? Да. А поскольку запускают? По мере особенности. Саша с мамой пошли писать письмо Деду Морозу, вон туда, вон, в рождественскую почту. Мы с Матюхой остались, ждем их. Да? Спать хочет, устал. Устал, малыш. Очень много людей, очень много, просто невероятное количество. Но атмосфера подходящая, то есть новогоднее настроение здесь ловить можно легко. Так что приезжайте, гуляйте. Да? Паровозик. Пойдем. Лось. Сейчас пойдем, мам, сейчас. Какой домик ты хочешь? Собрали цвета и святых. Небольшой лайфхак. Проходить нужно первые ворота. Возле вот этих вот башен, на них тех, границы нулевого километра, здесь народу меньше. Идем на Красную площадь. Да, вон он, самолет.
Ну что, друзья, на сим, наверное, буду заканчивать, потому что сейчас сядет батарейка. В общем, мы на Красной площади, вон там сзади нас ГУМ-каток, с одной стороны, с другой стороны башни Кремля. Кто-то смотрел до конца это видео, приезжайте в Москву, гуляйте, отдыхайте, наслаждайтесь. Всем до новых встреч, пока-пока. Да, кому было интересно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. И всем хорошего Нового года. Пока. Пока.